Продолжаем осмотр проделанной работы. Пруд Южный, он же КТФ. Ну, вот, ну это чисто под скотину поить, да? Нет, спасибо. Была проведена феноменальная работа. Результаты впечатляют. Вода это только весенняя. Откуда она зайдет? Отсюда, там загорожено. Вот два пролома. Есть, да? Вон слева и справа. Это откуда она идет? Ну, понятно. Вы сами смотрите теперь. Я думаю. Как угладил-то. Маленечко взять, продать. Конечно. Вчера идет, мы засняли. А вы в ролике, если вы будете смотреть, вы все пыль за ним. До того интересно. Думали-то одно. А получилось другое. Да, вот она, видишь. Все, да. Смоленок как почему. Ну, а отработкой. Кстати, это самое первосортное дерево, сарафон. Но она наберется? Всегда. Здесь самое первое купание. Не знаю почему, здесь как в чашке. Ну. Еще лед там здесь, а здесь уже купаться можно. Она как аквариум какой. А красота-то какая, посмотрите. Ну, вот она, вот береза до половины, а дальше начинается осинник. И вот у него где вход был между двух кленов. Вообще. Ну хорошо сделал Володя. Ну вот видно, что он нигде не проваливается, ничего нету. Там, сейчас подсохло бы, можно было еще углубить. Можно было, но оно уменьшается, и мы решили так уже. Что смысла нету большого. Да. Потому что берега поднимаются. Вот он где проходил. Видите, как он все это. Вчера он целый день уже ничего не делал, только топтал, да. Иначе оно все размокнет. И... Вот здесь подцепил и поволок. Вон они корни. Хорошо получилось. Лишь бы это. Ну, Бог даст, все нормально будет. Хорошо. То есть мы думали, как так получилось. Так и даже не. Это не на один день делается. Я сказал, говорю, нам нужно вот здесь, чтобы было ровно. Он мигом натаскал, тоже вот это, как бы яма была. Все разровнял, но это все уляжется. Раз-два дождь пройдет. И... Мне показалось, что отсюда идет вода. Мы маленько подкопаем, и он, я говорю, проделает здесь, чтобы она могла заходить. Весной посмотрим. Да. Похоже, я говорю, по некоторым признакам. Вполне, вот вполне возможно, что и отсюда будет заходить. Ну, вспомните болото, как мы зашли, а под ногами сырость. Когда он содрал, а первая там одна часть крутит, она рулоном идет, он не может ее тащить, она намного шире ковша не распадается, он это эти рулоны стал рвать пополам, верхний слой. 21 год. Падала трава, там никого не было, а трава осока. Трава там такие корни такие, это да. И это. Все убрал. Молодец. И красиво получился. Поблагодарили мы Бога. Он знает, довольный очень. В прошлом году мы думали, что